Ну что ж, посмотрим, что у нас делается у кур. Тут у нас куры годовалые, двугодовалые, в общем, разные. И все, которые несутся, только один петух. На сегодняшний день это у нас лаванда, петух. Вроде бы нормально. Живет он с ними. Вроде бы сжились. Скоро свет погаснет, поэтому пока свет горит, я решил сделать такие небольшие видосики. Эти курочки у нас, как мы видим, ночуют в гнездах. Что поделаешь. Соседям у нас там молодняк. Вот. Да уж. Шум там стоит, конечно. Сейчас посмотрим, что там творится. Пока свет. Потому что когда заходишь ночью, зажигаешь, так они тоже там начинают вытворять. Вот такие вот у нас курочки.